Школьную ярмарку открыл торгово-развлекательный центр «Фабри». Все необходимое для уроков можно найти на первом этаже центра. Ярмарка будет работать до 4 сентября. Торгово-развлекательный центр «Фабри» приготовил для горожан и гостей города еще больше школьных товаров. В магазинах ТРЦ «Фабри» уже можно подобрать все необходимое для школы. Кроме этого, для удобства и комфортного совершения покупок, впервые в этом году с 1 августа по 4 сентября в ТРЦ «Фабри» на первом этаже открыта большая школьная ярмарка, где представлен большой ассортимент школьной формы для мальчиков и девочек, обувь, рюкзаки и канцтовары. Сразу все можно купить к школе, и форму, и канцтовары, и те же самые рюкзаки, и обувь. Все в одном месте, очень удобно. В ТРЦ «Фабри» без труда можно определиться с выбором формы для будущих школьников. Большое разнообразие необходимой одежды для школы и доступные цены представлены в магазинах «Детский мир», «Окей», «Глория джинс» и многих других. На школьной ярмарке представлена готовая форма от производителей, соответствующая необходимым стандартам. Фирменный магазин «Фабрика одежды», город Стерлитамак, швейное предприятие «Кристина», город Салават. Сарафанчики стоят у нас от 1500 и, до 1700. Вот стоят костюмчики 2600, 2900. Также на школьной ярмарке можно заказать школьную форму по индивидуальным меркам от авторского ателье. Обсуждаем эскиз, макет, можем здесь же нарисовать по своим усмотрениям, по желанию клиента, исполняем любое желание, снимаем мерки, выбираем материал. И все, начинаем работать. Совершая покупки товаров в школе, каждый желающий может принять участие в розыгрыше школьных товаров, который состоится 1 сентября. Самый удачливый получит главный приз – ноутбук. Подробности о розыгрыше на сайте fabrionline.ru. Партнер акции – магазин «Канцпарк». ТРЦ «Фабри» гарантирует, что подготовка к школе для родителей и детей пройдет комфортно и празднично и приглашает 20 августа на школьный выходной. В этот день каждый ребенок сможет принять участие в увлекательной праздничной программе. А каждый родитель узнает много полезной информации о товарах для школы и специальных предложениях. А также сможет увидеть показ школьной коллекции одежды и подобрать подходящий вариант для своего ребенка. Артем Ланягин, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.